Первый рабочий день в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике проходит легко и весело. Никто не жалуется, все работают. Может быть, причина в том, что выходных у них было чуть меньше. Большинству пришлось поработать и в праздники. А может, они знают какой-то секрет. Научный сотрудник музея Юлия Иванова от коллег не отстает. Она, как всегда, бодра, весела и готова к совершению трудовых подвигов. И никаких усилий для этого она не прикладывала. Разве что заранее начала готовиться к выходу на работу. За 2 дня я постаралась подготовиться к началу рабочей недели. И, соответственно, сон пришлось перенести на более раннее время. И в первый день, конечно, за все хвататься сразу нельзя. Поэтому потихонечку новые дела, которые будут в этом году. Вот я составила небольшой списочек и вот потихоньку начинаю его выполнять. А еще можно чуть продлить праздники, принести на работу мандарины и почаще устраивать небольшие перерывы в работе. Именно таким образом и советуют вести себя психологи и психотерапевты. Ведь подобные несложные и разумные действия под силу выполнить любому. Они не требуют специальных знаний и приема лекарственных препаратов, а их эффективность не вызывает сомнений. Распланировать что-то, сделать вот эту неделю, она короткая, тем более у большинства россиян, сделать ее визуально и по ощущениям исполняемой и завершаемой хорошо, да, то есть написать какие-то проектик такой небольшой, распланированный тайм-менеджмент, да, но такой несложный, чтобы узнать, что вот она конечно, скоро выходные, мы снова отдохнем, и уже тогда мы начнем работать на полную катушку. Однако многие россияне продолжают тяжело вздыхать и жаловаться на невозможность войти в рабочий ритм. А тем временем специалисты отмечают, слишком много внимания мы уделяем данному вопросу. В их числе и доцент кафедры психиатрии РИАСГМУ Алексей Меринов. Отдых, он подразумевает состояние хорошее, приятное. Да? Поэтому говорить, что мы откуда-то там выходим на четвереньках там, с трудом, да, мне бы этого не хотелось. Я посмотрел в этом году, как россияне отдыхали. То есть я видел, кто-то там нашел снег и катался и на горных лыжах, и на равнинах. Кто-то занимался еще чем-то. Мы посещали друзей, мы посещали знакомых, родственников. Где-то кто-то путешествовал. Я просто смотрю Инстаграм, знакомых очень много как бы, положительных эмоций. Я думаю, что этим людям выйти на работу после праздников будет несложно, потому что они действительно полноценные, хорошие. Отдохнули. И тем не менее, стресс после длительных выходных вполне реален по двум причинам. Первое – это сумбурный отдых, после которого человек чувствует себя разбитым и нетрудоспособным. В этом случае прислушиваемся к уже данным советам. И еще один фактор – недовольство своей работой. Ведь к любимому делу обычно приступают с радостью. В этом случае есть повод задуматься о смене рабочего места или внесении каких-либо изменений в рабочий процесс. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».